Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Субтропическая волна жары уходит, огибая с севера горную систему Алтая через Енисей в Эвенкию. А ее место на юге Западной Сибири занимает прохладная и сырая из-за дождей воздушная масса умеренных широт. Далее более подробный прогноз. В Новосибирске 15 июня кратковременный дождь, гроза, похолодание. Ветер западный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. В темное время суток температура воздуха составит 13-15 выше 0. Днем синоптики прогнозируют плюс 21-23 градуса. В последующие двое суток также ожидаются дожди и грозы. 16 и 17 июня ночная температура составит 10-12 со знаком плюс. В светлое время суток ожидается плюс 20-22 градуса. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я с вами прощаюсь и желаю отличного дня!